Сирийский беженец Анас Мадамани, ставший известным благодаря селфи с канцлером Ангелой Меркель, не смог через суд заставить Facebook удалять порочащие его публикации. Суд немецкого Вюрцбурга встал на сторону социальной сети, которая, по его мнению, не несет ответственности за распространение третьими лицами клеветы. После того, как селфи с Меркель было опубликовано в соцсети, пользователи Фейсбука нашли сходство Мадамани с исламистом, устроившим теракт в Брюсселе, и начали публиковать его фотографию в ряду разыскиваемых террористов. Фейсбук удалил оригиналы ложных сообщений. Что касается повторных публикаций, сирийцу придется самому искать их и информировать соцсеть. Так что надежда Мадамани, что плохая глава в его жизни закончилась и он сможет спокойно жить в Германии, не оправдались. Кошмар, спровоцированный селфи с Ангелой Меркель, продолжается.